Канал Top Goal представляет результаты второго тура чемпионата Франции и пятерку команд, расположившихся в верхней части турнирной таблицы. Итак, пятое место. Лиль. В домашней игре с Нантом доги оказались удачливее на завершающем этапе атак. При равных возможностях итог 2-0. Четвертое место. Монпелье. По ходу матча Леон не оказал сопернику должного сопротивления, местами помогая или не мешая делать гостям свою игру. Победа Монпелье 4-1. Третье место. Ренн. Упасть с первого места на третье Ренну помог Ланс, открывший счет уже на третьей минуте. Уйти от поражения получилось ударом с пенальти. 1-1. Второе место. Брест. Команда из Британии выдержала давление Гавра, пропустив гол от Далера Кузяева. Все же забила победный мяч. 2-1. Первое место. Монако. На этот раз монегаски сокрушили Страсбург, не дали гостям шанса для взятия своих ворот. Убедительная победа 3-0 и заслуженное лидерство. Какие изменения принесет следующий тур, пишите в комментариях. Смотрим дальше.